73-й театральный сезон откроется уже 11 сентября, и в драмтеатре полным ходом идет подготовка. Сегодня на сцене звучит настоящая бродвейская классика, успешно переведенная под русскоязычную публику. Добавим к этому яркие костюмы, зажигательную бразильскую лампаду и Ивана Шерлиманова в главной роли эксцентричной тетки. Получится яркий, зажигательный и удивительно легкий для восприятия мюзикл. Над его постановкой работала Анна Фигита, молодой режиссер, работы которой уже видели в Канаде, Австрии и Париже. Это праздник и для меня, и для актеров, и, конечно, для зрителей, потому что мы им приготовили особый подарок, очень эмоциональный, очень яркий, очень смешной, и я думаю, что никто не останется равнодушным. Сюжет знаменитой пьесы предельно прост. Два влюбленных студента просят своего друга переодеться в женщину и сыграть тетушку одного из приятелей. Вынужденное перевоплощение, как и ожидалось, втягивает друзей в круговорот нелепых ситуаций, смеха и, конечно, любви. Стоит отметить, что на протяжении всего спектакля прозвучит 15 музыкальных перебивок. Мы очень серьезно отнеслись к проделанной работе. Это действительно не красивое слово. То есть мы распеваемся перед каждой репетицией, перед каждой премьерой, перед каждым спектаклем. У нас есть танцы, определенное время для этого. Мы абсолютно полностью, наш актерский аппарат, он разогрет, и это серьезная работа. Еще раз напомним, что главную роль эксцентричной тетушки будет играть Иван Шелиманов. Для него это стало своеобразным дебютом. На самом деле титаническая работа проделана, работают группы мышц, которые никогда у мужчин не работают, то есть это нужно вилять бедрами, там, плечо, там, кисть, все такое, это же с ума сойти, это как будто палками били меня. Тем не менее, вжиться в роли удалось, загримированного актера не единожды принимали за новую актрису театра. Честь имени укладится. Шляп долой! В течение месяца пьеса будет ставиться на сцене 6 раз, начиная с открытия 11 сентября и до 20 числа. Валерия Мельникова, Евгения Волкова, Александр Минчиков, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».